Ситуация в Сирии стала ключевой темой переговоров министров иностранных дел России и Катара. У двух стран остаются разногласия, прежде всего по вопросу Башара Асада. Тем не менее, удалось прийти к общему знаменателю по многим позициям. Главное – это заинтересованность в мирном разрешении конфликта. Добиться этого можно путем переговоров между официальным Дамаском и представителями оппозиции. Нам пока не удалось внести полную ясность в вопрос о том, кто будет представлять оппозицию на этих переговорах и кто, соответственно, будет рассматриваться как неприемлемый партнер, как террористические, экстремистские группировки. И по итогам сегодняшних переговоров у нас есть понимание с нашими катарскими коллегами, что мы можем способствовать тому, чтобы процесс формирования такой делегации и начало межсирийских переговоров осуществлялся конструктивно. Мы согласны с российской стороной в том, что ухудшение данного кризиса не идет на пользу интересам ни одной из сторон. И мы осознаем, что промедление в решении этого кризиса несет вред всем сторонам и прежде всего сирийскому народу.